главное предложение дня. Вы знали, что must-have этого сезона, безусловно, это кардиганы, потому что кардиганы абсолютно универсальны, функциональны. Они легки в комбинировании. Посмотрите, насколько роскошно смотрится мой кардиган. Достаточно яркий, сладкий, карамельный оттенок. И тем более ваша покупка сегодняшнего кардигана Shady – это действительно выгодное вложение в ваш гардероб. Маш, расскажи нам, пожалуйста, почему наши телезрители так любят бренд Полесье? С удовольствием это сделаю. Многие из вас уже выбирали для себя не одно изделие данного бренда, потому что знаете, какое высокое качество данного бренда. У нас с вами кардиган Shady. Сегодня мы представляем вашему вниманию потрясающая базовая вещь, дизайнерский кардиган с дизайнерскими элементами. Отдельно о них сегодня подробно еще поговорим. Кардиган прямого кроя, хорошей растяжимости, то есть построится под любую фигуру. Ну и, конечно, эта вещь универсальная на все 4 сезона. Будем носить уже сейчас, продолжим летом, также осенью, зимой. Вы также с удовольствием будете носить данный кардиган. Ну и, конечно, эта вещь многофункциональная, которая легко впишется в любой гардероб. Посадка идеальная на абсолютно любую фигуру, на разный рост. По-разному можно данный кардиган в своем гардеробе в образах сочетать. Мы также сегодня это отдельно, детально разберем, чтобы вам было просто и понятно, как этот кардиган носить каждый день. А сейчас давайте познакомимся с оттенками, потому что сегодня они яркие. Посмотрите, какие весенние красивые цвета. Красный цвет выбирает для себя модель Людмила. Посмотрите, насколько интересно все это скомбинировано. Также у нас есть розовый оттенок, его выбирает модель Ксения. Очень нежно смотрится, такой пудровый. Пудровый цвет, цвет зефира. Далее у нас с вами есть цвет светло-сиреневый. Это мой выбор сегодня. Модный цвет этого года. Также есть у нас цвет с вами бирюзовый, яркий такой цвет, достаточно насыщенный, небесный цвет, небесно-голубой. Ты сегодня для себя выбираешь. И цвет темно-синий, такая классика. И мне так нравится, что размерный ряд от 46 до 60. Подскажи, пожалуйста, как правильно выбрать свой размер? Мы здесь четко выбираем с вами размер в размер, ориентируемся по плечам и по груди. Если рубашки и блузы вы обычно для себя выбираете, например, в 56 размере, то кардиган Shady также для себя заказываете сегодня именно в 56 размере. Ну, кстати говоря, с поставщиком, с брендом Полесье мы сотрудничаем с 2019 года. За это время к нам уже присоединилось 14 тысяч клиентов. Посмотрите, продано 434 тысячи единиц кардиганов этого бренда. Безусловно, это самый настоящий хит. И сегодня вот это, я считаю, уникальное предложение. Ты знаешь, зачастую, когда я куда-то тороплюсь, я веду очень активный образ жизни, я не выбираю, что мне надеть, именно за счет того, что у меня есть базовые вещи. Я выбираю любимый базовый кардиган, джинсы, я готова. Ты абсолютно верно говоришь, кардиган — это такая палочка-выручалочка в наших с вами гардеробах. А это не только палочка-выручалочка, но это еще настоящий тренд, потому что кардиган сейчас, трикотажный кардиган, в моде. Многие звезды мировые выбирают для себя именно данный предмет гардероба, потому что его очень легко вписать в свою повседневную жизнь. Можно и casual-луки собирать, и более деловые, и более расслабленные, носить с джинсами с вашими любимыми, с различными брюками, юбками разных фасонов, даже с платьями сочетать, всегда выглядеть при этом опрятно и элегантно. Мы поддерживаем российского и также белорусского производителя. Сегодня в нашей рубрике легендарная коллекция бренда Полесье. Сегодня мы предлагаем уникальные предложения. Кстати говоря, такой кардиган отлично впишется абсолютно в любой образ. Вот мы, кстати, модели Ксении, я считаю, абсолютно офисный такой образ. Офисный, несмотря даже на розовый цвет, Ксения выглядит элегантно, Ксения выглядит достаточно по-деловому. Поэтому кардиган — настоящая находка для различных задач вашего гардероба. Я знаю, что ты для нас подобрала еще варианты совместно. Давайте посмотрим, что с чем мы можем носить, как можем комбинировать. Вообще, я считаю, что кардиган — это одна из самых универсальных вещей. Можно сочетать абсолютно с любой одеждой. Абсолютно с любой одеждой, вне зависимости от того, чем вы каждый день занимаетесь. Либо это повседневные какие-то дела, суета какая-то, которая у нас в жизни присутствует, либо вы в офисе работаете. Кардиган отлично сгодится для любой задачи. Вот я с тобой согласна, абсолютно универсальная вещь. Приобретая раз, носим все сезоны. Более того, сочетаем с абсолютно любой своей любимой одежды. Вот она, действительно выгода. Сегодня мы приобретаем и для себя, и в подарок для своих близких, потому что для близких мы всегда выбираем все самое лучшее. И, конечно, самые мягкие, самые тактильно приятные материалы. Вот мы с тобой недавно разговаривали, насколько для нас важно, чтобы ткань была приятной и не кололась. Давай расскажем сразу, что у нас в составе. В составе 100% пан от бренда Полесье. Это тот материал, который тактильно, визуально напоминает шерсть, при этом шерсть, которая не колется. Абсолютно не колкий материал, не
снаружи, и также внутри у нас с вами мягкая фактура, которая не будет доставлять там дискомфорт в течение всего дня. А вот посмотри, Алла Леонидовна из Курска спрашивает нас, не сядет ли этот кардиган при стирке? Абсолютно не сядет, этого не нужно бояться. Кардиган долго прослужит, потому что пан как раз это тот материал, который удерживает форму и не садится даже после многократных стирок. Ой, я часто для себя выбираю материал пан, мне он очень нравится за счет того, что он такой же тактильно приятный, как и шерсть, но он не колется. Вот что важно, за ним легко ухаживать. Более того, посмотрите, какие сегодня яркие оттенки, голубой, ярко-красный. Вот она выгода, вот посмотрите, подарок для себя любимый, подарок для своих близких. Тем более, что, знаешь, этот кардиган, я считаю, подойдет абсолютно идеально, как мне, так и моей маме. Кстати, вот у меня есть подруга, которая для себя выбирает только длинные, только удлиненные кардиганы, которые сложно найти, потому что у нее фигура яблока. Она говорит, а вот такой кардиган может меня полнить. Такой кардиган твоей подруге абсолютно точно подойдет, подойдет абсолютно любой фигуре, а наоборот будет стройнить. При этом вы кардиган сможете всегда еще снизу дополнительно расстегнуть, как это я сегодня делаю в своем образе, сделать образ более легким, или наоборот его подвернуть, как это делаешь ты, чтобы талию продемонстрировать и ноги удлинить. Поэтому здесь как раз комбинаторика еще по тому, как этот кардиган вписывать в образ и как моделировать фигуру, тоже очень здорово работает. Вот мне очень понравилось. Причем, знаешь, как-то само собой получилось, что я его подвернула, и мне очень нравится, как машинально, все да? выглядит машинально, абсолютно. Очень красиво смотрится, и более того, Маш, ты классные образы нам сегодня Посмотрите, собираешь. Мы можем и с платьями, и с джинсами, с различными брюками данный кардиган носить, носить кардиган расстегнутым, застегнутым, подворачивать его разными образами, всегда выглядеть при этом красиво, стильно и модно. Качественно. Красивая, яркая, абсолютно универсальная вещь. Посмотрите, небесный оттенок, светло-сиреневый, голубой, красный, а также розовый. Выбирайте тот, который вам понравился. Берите два и не пожалеете. Это идеальная покупка для вас.